Далее ванна проверяется на ударную прочность. Для этого берется труба диаметром 55 мм и длиной 1 метр. Устанавливается на дно ванны. В эту трубу бросается шарик массой 200 грамм диаметром 37 мм. Данная процедура проводится в конце ванны, в середине и в начале. Оценивается дно ванны, но как мы видим, никаких следов от шарика, ничего нет. Все дно в первоначальном виде. Аналогичная процедура проводится с бортами ванны, только на нее уже устанавливается труба длиной 75 сантиметров. Вот. Данная процедура также проводится в нескольких местах. И как видно, вместе со ударением никаких изменений, никаких следов от шарика нет. Борт в изначальном виде. На этом испытание ванны завершено. То есть отклонений по качеству нет.